Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, дыхательная система работает в двух режимах – это вдох и выдох. Пение как раз-таки приходится на вторую фазу дыхания – это выдох. Именно его сегодня мы и будем тренировать. Для выполнения данного упражнения нужно сделать диафрагмальный вдох, а именно в нижний отдел легких. При этом ваши ребра немножечко должны разойтись, а грудная клетка и плечи остаться на месте, то есть не подниматься. Выглядит это таким образом. Далее мы делаем продолжительный, равномерный, дозированный выдох. Чем дольше вы будете выдувать воздух из себя, выдыхать, тем эффективнее будет данное упражнение. Постепенно ребра возвращаются в свое первоначальное положение. Выполнять данное упражнение нужно в течение минуты. Но начинать, конечно же, можно с 10 секунд, постепенно увеличивая время выдоха. Также данное упражнение нужно делать подряд от 3 до 5 раз в режиме нон-стоп. То есть вы делаете вдох, полностью выдыхаете весь воздух и снова делаете вдох в нижний отдел легких. Если вам поначалу трудно контролировать равномерность выдуваемой струи воздуха, то можно воспользоваться листочком. Его нужно расположить 30-40 см от лица и выдыхать на него. Соответственно, если струя будет недостаточно равномерная, то листочек будет качаться. И это будет сигналом к тому, что вы делаете упражнение неверно. Если вы будете выполнять это упражнение, со временем ваше певческое дыхание расширится, и вам его будет хватать на более длинную фразу. Попробуйте!